Всем привет! Ну что, друзья, пришло время вечернего обзора. Как бы время не очень такое, знаете, как бы для обзора. Мы находимся с вами на улице Ушакова. Я решил, думаю, что надо как-то приукрасить наши вечерние обзоры. Да и вообще какие-нибудь другие. Ну, решил, короче, что-то изменить. Внести определенные изменения в нашу с вами прогулочную жизнь. Дело в том, что мы Павлова, социалистическая, и Колораж. Хотя Колораж что-то я подзабыл. И вот решил пройтись по улице Ушакова. На самом деле тут, походу, больше надо плыть, судя по всему. Прям зебра везет вас в лужу конкретно. Но это мне тоже придется как-то преодолеть эти водные преграды и отправиться к морю на вечерний закат. Иду и сам прекрасно осознаю, что заката сегодня не будет. Точнее, он будет, но где-то там, за облаками, мы его не увидим. А вот улицу Ушакова, одну из самых маленьких, уютных и достаточно зеленых улиц, мы с вами увидим. Обязательно. Улицу Уазов, как я ее называю. Ну, или называл пару раз. Тут у них гнездо. Даже он говорит, как раз, два, три, четыре УАЗика мы наблюдаем. Причем разных видов. Видите, даже вот такой вот есть. Еще буханки, нам не хватает, и все. И все у нас будут. А вот это у вас, товарищи, мимоза. Еще, конечно, не 8 марта, еще рановато. Но мы сможем с вами обратить внимание на эти еще пока не зацветшие бутончики. Давайте я вам покажу. Наверняка вы их видели только в таком виде, когда они уже распустились. А они уже готовятся. И готовятся активно, смотрите. Тут тоже дома-то осталось всего ничего. А помните, в том году уже к 8 марта даже отцвела. Уж давно. Так что как бы вот так. Мы по лужам с вами пойдем дальше. Все-таки адмирал Ушаков любил море, любил воду, поэтому, наверное, здесь так много воды. В этом году наверняка здесь, в этом домовладении опять что-нибудь новенькое придумают. Смотрите, что-то все поубирали, все старые. Значит, что-то выдумают, что-то будет интересно. Вот в этом месте точно. Даже что-то пусто, что-то не хватает. Тут у нас мыла отсвела. Якорь. Все показывал, все вам это показывал, но тем не менее. Тем не менее, цветущую розу в январе. Не грех показать лишний раз. Как бы вот так. А там их много, видите. Кто-то украсил свое домовладение огоньками. Наверное, рано пришло, но попозже было. Хотя попозже мы вряд ли бы увидели тоже. Камера что-то барахлит в вечернее время. Вспоминайте. Кстати, я обратил внимание, очень много флагов не Российской Федерации, а Советского Союза вот на улице Ушакова и Нахимова. Как-то обратил на это внимание. Хурма там, сколько Дед Мороз лезет за хурмой. Обратите внимание, вон там он. На дереве очень много хурмы осталось, все не собрали. Ну и справа-лево улица Ушакова. Конечно же так. Эх, не задавит? Лазит, нет, не задавит. Вот видите, хурма, кстати, хорошая, плоская, вкусная. И Дед Мороз. Но Дед Мороз все-таки не за хурмой лезет, нет. Он полез куда-то вверх. На дом. Вот видите. Шли-шли и, в принципе, так очень быстренько достаточно прошли практически всю улицу Ушакова. Она небольшая, но уютная. И вот, видите, расположена перпендикулярно морю. Конечно, одна из самых любимых ваших улиц. Мне тоже здесь нравится. Летом, конечно, вообще все красиво. Но, тем не менее, есть над чем работать. Есть, товарищи.
Это везде есть, и на Калараш, и на Павлов. Здесь можно о чем подумать, как сделать красивее. Вот, всегда ставлю вам пример вот этого домовладения. Смотрите, ничего такого, а симпатичненько, красивенько и чистенько. Столовая чайка. Что-то я есть захотел, но, наверное, не здесь и не сейчас. Идемте к морю, идемте, покажу вам. Лишний раз обосную, почему у нас не будет сегодня заката. А закат у нас не будет, потому что у нас одни только облачка грозовые. Ну, не грозовые, конечно, грозовые я загнул. Тут тучки. Я тучка, 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 я вовсе не медведь. Ух ты, вон парень кидает палку. Самому песику, этот песик такой активный, прямо в море за ней лезет. Нормальненько. Он снимает тоже. Я опоздал. Пришел бы на 5 минут раньше. Показал бы вам. А вот оно, наше море. И вот они, наши облака. И где-то за ними, где-то там, высоко-высоко, находится солнышко. Помните, как на самолетах, когда летишь, вроде бы так, ты летишь, солнце, солнце, так классно, здорово, а потом бабац, и как бы и нету солнца. И ты опять где-то, мне почему-то вспоминается Москва. В Москве я прилетал из Хабаровска. Там приблизительно такое же было небо. Было грустно. Мы-то знаем, что солнце есть. На большом причале всего лишь один рыбак, а вот тут причалом два. Ну и традиционно море. И дождик. И все это сегодня. 11-го, если не побоюсь этого слова, января. О, смотрите сейчас. Опа! Опять кинул парень. И собачка полезла доставать. Вот это боевой пес. Не знаю, видели вы или нет. Вот такой нежится на камнях. Я тут, ну, явно не холодно, в отличие от меня. А, и только обрезка боюсь подходить. Приблизительно такой же песик меня выпустил в животик. Сейчас. Опа-на, смотрите. Подбежал. Прикольный. И к хозяину палочку. Ха-ха, нет. Убегает. Я сейчас подойду поближе. Ух ты. Поезд. Вот видите, солнца нет, зато собачка есть. Прикольно. Молодец. Молодец. Какой? Как будто косточка. Обманул.
что пора нам вытираться стало. Наверное, вода в ухо попала. Вот это кайфует. Походу, это девочка. Ты молодая, да? Молодая? 3 года, мне уже взрослая. Кайфует. Июнь победы. Как будто сахарная косточка. Че? Ну, не тот хозяин на палке. Голос. Нормально так. Добычу свою не отдаст никому. Ого. Да, такая съест. Хозяин его загонял. О, не надо, камеру не ешь. Камеру не ешь. Ну вот, солнышка нету, зато у нас вон подруга такая прикольная. Сейчас пойдет добывать. Не, не пошла. Нырка пошла бы забивать, возможно. Слушай за хозяина. Нырок! А? Нырок! Она ныряет, там что-то ловит, какую-то рыбу или что-то, я не знаю. Вон она, вынырнула. Она ныряет, заныривает и уплывает, он там что-то ловит. Дичь. Сколько она под водой может? Не знаю, так, ну, ну секунд 30 она может. Так она под водой быстро плывет. Да. Так, мы будем. Вон он. Все, улетела. Не поймала тебя, наверное. Вот такая, не принесла.
Быстрая птица. Много. Как ее звать? А? Как звать ее? Джессика. Джессика. Она долго. Ну, страшная. Так, на разборке брать с собой пойдет. Ну да. У меня есть воспоминания, просто одна такая. Очень на нее похожая, в живот укусила. А не, это не кусает. Фу. Так слово совсем не кусает. Даже когда надо. Вот это я-то. Ну, достаточно вида. В детском саду у меня с детьми играет. Любит, когда детей 20 соберется вокруг и возится. Ну, зубы хорошие. Мебель дома не страдает? А? Мебель дома не страдает? Уже нет. Уже. До 2 лет страдала. Все, пошла. Ужина. Ладно, счастливо. Все, хорошо. Джессика, ко мне. Все, друзья. Ну вот мы познакомились с Джессикой. Прикольная собачка. Ну, до 2 лет есть мебель. Вот она побежала. И в воду прям не холодно. Ну, я говорю вам до свидания, ребят. Все, всем пока. Вот такой вот у нас сегодня был закат. Ну, Джессика нас порадовала. Спасибо ей и хозяину. Всем пока.